11 мая в спортивном комплексе Летного колледжа состоялся чемпионат Кременчуга по художественной гимнастике, посвященный Дню Победы. В чемпионате принимали участие около 50 девочек разных возрастов. Гимнастки соревновались как в групповых упражнениях, так и в многоборье. Так, сегодня мы проводили соревнования, посвященные 70-летию победы над нацизмом в Европе по художественной гимнастике. Ну, такие соревнования проходят один раз в год во время празднования майских праздников, 9 мая, День Победы. Вот, один раз в год. Значит, у нас принимали участие гимнастки с самого маленького, юного возраста, 2009 года рождения. И заканчивали соревнования гимнастками, выступающими в программе мастеров спорта Украины. Это гимнастки 1997, 98, 99 года рождения. В возрастной категории 2004-2005 года рождения было представлено две команды. По второму спортивному разряду первое место здесь заняли гимнастки Дю США номер один. Это Вергун Мария, Дума Ева, Малаштан София, Князева Полина, Свинаренко Ирина, тренер Дзина Лилия. На втором месте воспитанницы Дю США Спартак. Кададьян Карина, Сущенко Роза, Второва Яна, Слюсарева София, Старобор Мария, тренер Наталья Солодовникова. Гимнастки этого разряда выступали в двух видах программы – без предмета и с мячами. По программе КМС выступали две команды. Первое место заняли девочки из Дю США номер один 2000-2002 года рождения – Пушкаренко Татьяна, Кудеярова Карина, Киптила Рима, Гончар Анастасия, Эзепчик Анастасия, Макаренко Полина, тренер Ирина Смирнова и Наталья Головач. Второе место заняли девочки Дю США номер один – Клепинина Анна, Шманди Диана, Лашко Дарья, Артюшевская Полина, Сиротенко Мирослава, Карюк Мария. Тренер Наталья Борисова. Гимнастки выступали в двух видах – с мячами и лентами. В индивидуальной программе КМС первое место выиграла Ригас Евгения, Дю США номер один, тренер Ирина Смирнова и Элла Каркачева. На втором месте чемпионат завершила Диана Ковальчук, Дю США «Спартак», тренер Наталья Солодовникова, Марина Чернышова. И на третьем месте была Александра Краснораменская, Дю США номер один, тренер Наталья Смирнова, Элла Каркачева. По программе мастеров спорта 1997-1999 года рождения первое место судьи отдали Дарье Волочай, Дю США номер один, второе место у Анны Ким и третье место у Елизаветы Одарченко. Все спортсменки представляют Дю США номер один, тренер Наталья Смирнова и Элла Каркачева. Чтобы в будущем стать чемпионкой, самое главное качество, которым должна обладать гимнастка, это, конечно же, трудолюбие и любовь к избранному виду спорта, художественной гимнастики.